Всем привет! Ну что, вы давно просили меня показать вам процесс рисования чего-либо, то есть как я начинаю работу. Я очень долго думала, в какое же из видео можно вставить процесс с нуля и работу над набросками, так чтобы это было достаточно быстро, но в то же время понятно и интересно. И думаю, что именно это видео — это то, что нужно, чтобы показать процесс. Я порисую вместе с вами эмоции. Знакомьтесь, это Наташа. Именно она сегодня послужит моим ярким и клевым референсом. Если вы можете печалиться из-за того, что я рисую Наташу без ее ведома, не переживайте, Наташа в курсе того, что я буду ее сегодня рисовать и буду использовать ее фотографии. На эти фотографии я буду опираться в изображении эмоций. Рисовать я буду в блокноте. На каждой из страниц я планирую разместить по 6 разных эмоций. Увидев фотографии Наташи, я подумала, что круто добавить в мои картинки не только лицо с эмоцией, но и руки. Эта фотография меня привлекла с первого взгляда. Мне она показалась очень оригинальной, и мне очень нравится, как дополнена эмоция с помощью положения рук. Смотря на эту фотографию, мне пришло сразу несколько идей, которые я и хочу добавить к своим картинкам. Первое, что мне захотелось добавить, это какой-то элемент, который будет также трансформироваться в зависимости от разных эмоций. Я решила, что это будут два такие пучка волос. В моих картинках они будут заменять ушки. То есть они будут давать своим положениям еще дополнительные впечатления и, соответственно, эмоции. Что касается референсов, то я бы советовала вам пользоваться референсами в виде фотографий. Во-первых, потому что вы можете их стилизовать так, как хотите. Во-вторых, вы можете что-то поменять. В-третьих, они более понятны. На мой взгляд, очень удобный и крутой способ понимания эмоций – это повторить эту эмоцию на своем лице. И я бы вам даже советовала рисовать первые эмоции с себя. Это будет быстрее, легче и понятнее. И если бы не было чудесной Наташи, я бы, наверное, рисовала с себя. Первый набросок у меня очень долго идет, наверное, потому что тут много усложнений, руки, эмоция, прическа, ну и вообще я только определяюсь. Поэтому если процесс сначала у вас затягивается, то не пугайтесь, просто продолжайте и ищите те линии, те формы, те варианты положений, которые вам понравятся и на которых вы можете остановиться. Я сейчас как раз этим и занимаюсь. У моих девочек обычно нет глаз, либо они выглядят достаточно странно в виде космоса, веточек, цветочков, сердечек, всего чего угодно, кроме зрачков. Но в этот раз я решила нарисовать что-то похожее на глаза, но, наверное, я буду делать просто толстую обводку, а внутри и снаружи будет либо белый, либо серый цвет. Я уже сказала о том, что я хочу поменять прическу, то есть я не буду рисовать один к одному прическу, как у Наташи, но я очень хочу сохранить цвет ее волос. Мне он очень нравится. Я рисую стилизацию, и у меня нет задачи повторить фотографию один к одному. Поэтому в поиске форм и линий я выбираю те, которые смотрятся круто на рисунке, а не те, которые есть в фотографии. И я думаю, что это как раз очень важный момент, и множество ошибок получается именно из-за того, что многие, рисуя с фотографии, пытаются повторить какие-то вещи, которые просто плохо смотрятся в рисунке. Поэтому рисуя что-то и перерисовывая, всегда думайте о том, что уместно это и круто это будет смотреться в иллюстрации, или от этого лучше отказаться и на что-то поменять. После того, как я наметила основные элементы, я немножко все протираю резинкой, чтобы не разводить грязь и мне было все более понятно и видно, и обвожу только те линии, которые меня устраивают, а все, что мне не нравилось, я заменяю новыми. Рисуя руки, я всегда начинаю с ладошки, а потом пририсовываю пальцы. Я сначала нахожу местоположение каких-то общих больших форм – головы, шеи, плечей, силуэта прически, а потом добавляю детали, которые помогают делать мой рисунок более выразительным – глаза, нос, уши. То есть каждая линия последовательна, каждый элемент последователен. Они появляются на бумаге в определенном порядке, потому что я уверена, что вот сейчас я понимаю, как нужно нарисовать этот элемент, как его расположить, и я его рисую. Я буду обрывать рисунок на уровне чуть ниже плечей, то есть все, что ниже, я не буду показывать. Я вам советую рисовать руки со своих рук или фотографировать свои руки и рисовать с фотографии. Ваши руки всегда на месте, и вы можете в любой момент так их изогнуть, так поставить пальцы, как вам нужно. Это очень удобно, потому что вы сразу смотрите, понимаете конструкцию и где что нужно поменять. Я думаю, что большинство художников рисуют руки со своих рук.
Думаю, что сделаю широкие рукава. Сначала я думала, что будут косточки, но сейчас я понимаю, что интереснее нарисовать полностью руки. Подумав об одежде, я все-таки остановилась на свитерочке с широкими рукавами. Я знаю, почему эта картинка мне так долго не дается, потому что тут очень много симметричных элементов. Думаю, идея и эмоция в этой картинке понятны. Девочка просто улыбается, а ее верхняя часть волос и руки имитируют ушки. Мне очень понравилось, что на груди у Наташи висит змея. Я подумала, что нужно тоже добавить какой-то такой элемент. Я решила добавить такую змейку в виде одного выбившегося локона на месте челки. Я выбрала следующую фотографию и следующую эмоцию. Эту картинку первую в чистом времени, без ускорения, я рисовала 8 минут. Это достаточно долго, потому что я думала, что у меня будут 2 минуты уходить на такие наброски. Поэтому вторую картинку я планирую нарисовать очень-очень быстро. Мне кажется, она более простая и понятная. Я хочу немножко сдвинуть всю прическу и повернуть тело. Соответственно, голову тоже немножко развернуть в 3/4. Я решила, что здорово, если я нарисовала так много волос, использовать их также для подчеркивания эмоции. Я буду управлять локонами и пускать их в разные стороны, либо наоборот выпрямлять, если это будет требовать эмоция, чтобы с помощью направления и положения линий волос более ярко ее отобразить. Я думаю, что это задаст какой-то дополнительный характер. Мне очень нравится взгляд Наташи на фотографии, то, что она смотрит прямо на тебя. И я хочу именно в этой картинке, в этой эмоции это повторить и сохранить, поэтому я для себя это отмечу. Помните змею как завиток? Я решила, что нарисую лучше луну, вернее месяц. Мне кажется, с таким цветом волос это будет 100% лунная девочка. И можно даже цвет лица ей сделать какой-нибудь темный. В общем, с этим поэкспериментирую, не знаю, что получится. Посмотрите на результат в Инстаграме. Мне очень нравится работать с линиями, их направлением. И обычно я достаточно много времени уделяю тому, куда какая линия уходит, как они между собой пересекаются. Я считаю это очень важным, потому что это помогает связать между собой объекты и элементы. Брови я располагаю повыше. Мне нравится, когда они не совсем близко к глазам. Но смотрите, второй набросок я нарисовала очень быстро. У меня ушло около 2 минут. И это третья эмоция. Я выбрала эту фотографию с печальным взглядом и печально сжатыми губками. Ну и я полностью пытаюсь это повторить. Мне очень нравится эта эмоция. Мне кажется, у Наташи даже меняются волосы. Как-то не выпрямляется, когда она расстраивается на фотографиях. Мне тут нравится все, я ничего не буду менять по эмоциям. Но хочу изменить ракурс. Хочу сделать также 3/4, но развернуть в другую сторону. Рисовать с фотографией, использовать референсы очень с характерными, красочными и понятными эмоциями, когда ты не думаешь, а что это за эмоция? Очень здорово, они реально помогают в работе. Этот набросок, кстати, я тоже очень быстро закончила. То есть мучиться нужно только с первой картинкой, потом все идет достаточно быстро. Тут я повторю такое же положение, как на второй картинке, на второй эмоции. Мне очень нравится, что есть руки, но я хочу их больше разжать, то есть пальцы не будут так собраны и настолько прикасаться к лицу, они будут немножко более расслаблены. Я хочу в этот раз полностью закрыть глаза. Ну и, конечно, подобные картинки, подобные эмоции проще всего рисовать, на мой взгляд. Но, по крайней мере, мне они даются очень легко и быстро, потому что ты рисуешь закрытые глаза. Я намечаю положение рук, намечаю пальчики. Я хочу, чтобы часть волос выходила вперед и закрывала одну из рук. Мне очень нравится идея с ушками-хвостиками из волос. Ими можно играть как хочешь и по-разному их направлять. В этот раз я решила их просто опустить, как будто бы они также грустят, и их положение зависит от настроения девочки. Для пятой эмоции я выбрала достаточно сложную фотографию, и так как я выбрала положение, смотрящее прямо на нас, то я опять тут буду мучиться с симметрией, по крайней мере с симметрией в глазах, потому что рот я могу исказить как угодно. Ну, мне нравится, как он выглядит на фотографии, поэтому я примерно все повторила. Я хочу в этот раз растрепать волосы, как будто бы они в шоке от происходящего, так же, как и сама Наташа. Пусть они разлетаются во все стороны. Руки я решила нарисовать немножко иначе, мне показалось это более интересно. Так как девочка у меня одета в свитер, то я могу показать только часть пальчиков.
Ну и руки находятся в таком положении, что она также одновременно недоумевает и в то же время ей что-то не очень нравится. Я, если честно, до конца эту эмоцию не понимаю, но, наверное, у меня на рисунке получилось больше какое-то недоумение, чем отвращение или неприязнь. Хочу сказать, что имея крутые, яркие, понятные референсы, можно нарисовать любого персонажа. То есть нужно просто уловить расположение глаз, губ, ну вообще вот всю эту эмоцию и настроение. Можно рисовать не только девочек, но и каких-нибудь бородатых мужиков, викингов, животных, кого угодно. Просто если вы понимаете, как работает лицо, эмоции, то можно нарисовать любого персонажа. Следующая эмоция мне тоже очень-очень нравится. И я тут хочу повторить, наверное, просто все, что вижу. Немножко об инструментах, которыми я рисую. Мне очень нравится фирма Faber-Castell. Я пользуюсь простыми карандашами этой фирмой, резинками, точилками, маркерами. И когда я рисовала линерами и делала ими лайн, тоже пользовалась именно Faber-Castell. Мне очень нравится покупать подобные товары в Европе, потому что там они более качественные, даже если ты покупаешь в каком-нибудь супертрешовом магазине. Например, эту точилку я покупала в магазине, это был какой-то универсам напротив главного вокзала во Франкфурте, и в этом же магазине продавали алкоголь и продукты. Эта точилка просто лучшая точилка, которая у меня когда-либо была. Мне очень нравится, что я решила добавить руки. Я думаю, чем больше элементов, которые помогают выражать эмоцию, тем она более яркая, и понимать ее и показывать гораздо проще. Поэтому я решила, что руки нужны всем-всем девочкам, всем-всем эмоциям. Я хочу, чтобы положение тела и плечей было немножко косое. Знаете, когда типа ты прыгаешь и стреляешь из двух пистолетов, у меня почему-то вот эта фотография, эта эмоция, это положение связаны с подобными ракурсами, с подобными эмоциями, с подобными фотографиями. То есть сейчас рисую эту эмоцию, я думаю не о референсе, а о подобной фотографии. Мне кажется, что именно что-то такое и представляется в твоей голове, когда ты выражаешь подобную эмоцию. Сначала я хотела нарисовать факи по классике, как на фотографии у Наташи, но потом решила, что что-то мне это не очень нравится, и пусть она показывает второй палец. Не знаю, почему я вдруг передумала, но сейчас мне хочется сделать именно так. Из-за этого у меня получается эмоция немножко с другим посылом. Не с посылом типа «ты чё охренел?», а с посылом того, что «ты что, не понимаешь?». Ну, в принципе, меня это вполне устраивает. Думаю, что показывая в иллюстрации такую яркую агрессию, нужно по-другому делать рот и глаза, иначе получается не очень выразительно. Возможно, именно с этим связано, что я решила заменить положение рук и положение пальцев. Мне не нравится, что получается с одной из рук. Думаю, что надо это все стереть и перерисовать по-другому. Потому что вот та, которая левая от меня, она выглядит клево. Мне нравится, как это смотрится. А с этой явно какие-то проблемы. Когда я уверена в том, что в наброске получилось то, что я хотела, я все стираю и обвожу поверх только линии, которые нужно оставить, которые я утвердила. На эту эмоцию тоже ушло очень много времени из-за того, что я делала много правок, из-за того, что я очень много всего переделала, передумала. У меня были проблемы с выражением эмоций с помощью рта. Я его несколько раз перерисовывала и перерисовываю. Мне почему-то хочется именно в этой картинке сделать глаза максимально круглыми, ну такими прям выделяющимися, смотрящими на нас округленным, недоумевающим взглядом, если можно так сказать. Кажется, я определилась наконец-таки с положением рта. Сейчас мне все нравится. Мне обычно помогает все немножко скосить. Как только я ухожу от линии симметрии лица, ну то есть, как она там называется, средняя линия, то сразу все становится очень хорошо. Я думаю, что этой картинке нужно просто приписать вот что-то такое, либо «ты чё?». Я потом обязательно придумаю им какие-нибудь странные фразочки. Вообще, я думаю, что надо спросить клевые фразочки всякие у Наташи, потому что Наташа точно может мне что-то придумать и помочь мне с этим. И потом, мне кажется, это очень круто, что живой, реально существующий человек придумал фразы для своего нарисованного прототипа. Это их еще больше сблизит и свяжет.
Это небольшой перерыв. В этом перерыве я покажу вам свою куколку. Эти волосы и это платье принадлежат совсем другой куколке, которую вы могли видеть в моем монстр-влоге. Это одежда куколки-паука, ее волосы. Но сейчас я все это примерила на свою самую первую шарнирную куклу. Я сделала ее таким образом, что ее можно полностью раздеть и поменять ей облик. То есть можно поменять волосы, можно поменять обувь, можно одеть ее в любую одежду. Перерыв закончился, давайте вернемся к последней эмоции на сегодня. Я хотела выразить визуально свою благодарность всем тем, кто смотрит мои видео, кто лайкает мои фотографии в Инстаграме, кто пишет мне очень приятные комментарии, кто вообще просто обращает на меня внимание и кому нравится то, что я делаю. И таких людей по официальной статистике, которые я могу видеть, уже 30 тысяч. Поэтому я решила, что выберу какую-то такую эмоцию, которая мне поможет передать радость. Я выбрала эту фотографию и хочу ее сделать немножко более трогательной, поменять положение рук, чтобы эти руки ловили сердечко или касались его каким-то образом. Об этом сердечке будет написано 30. Я думаю, что это станет отличным завершением сегодняшних рисований и альтернативой предыдущей эмоции и предыдущей картинки. Думаю, что из-за того, что я сразу все проговорила и представила, реализовать саму картинку мне удалось очень быстро. Только я чуть подольше повожусь руками, потому что у меня нет постоянного референса перед глазами из-за того, что я решила поменять положение рук в самом конце. Все эмоции с моей милой нарисованной Наташей я раскрашу, и вы сможете увидеть итог в Инстаграме. Чтобы долго не держать вас в неведении, что у меня получается по цвету, буду показывать процесс в сторис. Если вы давно думаете о том, что круто было бы потренироваться, порисовать эмоции, стикеры, руки или лица, то советую вам попробовать сделать что-то подобное. Только берите фотографии, которые вы понимаете, и лучше, чтобы это были эмоции одного какого-то человека. Тогда вы сможете потренироваться именно рисовать эмоции, и вам не придется каждый раз заниматься поиском формы, стилизацией, потому что это достаточно сложно и занимает много времени. То есть у вас тренировка будет в другом совсем направлении. Но вот то же самое, что было у меня с первой картинкой. То есть я потратила на нее очень много времени, чтобы найти те красивые формы, те положения, которые мне бы позволили работать дальше и придумать всех остальных девочек и порисовать все остальные эмоции на основе первой. Напишите в комментариях, в каком цвете вы видите эти рисунки. Может быть, я воспользуюсь вашими советами по цвету и поменяю свою идею. Подписывайтесь на мой инстаграмчик. Обещаю, что туда в ближайшее время выложу готовый результат с моими крошка-Наташами. Всем красочной недели, много эмоций. Пока-пока!